Сергей Фалькин, петербургский художник, скульптор, камнерез. Его работы хранятся в собрании Государственного Эрмитажа и Дворца конгрессов Константиновского дворца в Санкт-Петербурге, в частных коллекциях в России и за рубежом, выставлялись в Государственном Эрмитаже, Лувре и других музеях. На выставке «Скульптуры и графики. Игра в метафору» представлено более 60 работ, созданных мастером из камня за последние 15 лет. Это образы малых форм и монументальные композиции. Диапазон тем предельно широк. Библейские сюжеты и языческие мифы, люди и звери, природные явления и абстракции. Скульптор предлагает зрителю стать соавтором и по-своему разгадать замысел, выводит его за рамки привычного восприятия. Графические эскизы, как начало творческого поиска, одновременно являются полноценными произведениями в собственной авторской технике. Экспозицию выставки дополняют графические работы художника, выполненные в оригинальной технике, гелевой ручкой по глянцевой бумаге с размывкой, создающей эффект объема. Thank you.
Сергей Фалькин родился в 1955 году в Республике Бурятия, окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Несколько лет работал в Эрмитаже, затем реставратором в янтарной комнате Екатерининского дворца в Царском селе. We'll be right back.
Фалькин Сергей Александрович – член Союза художников России, участник и победитель изобразительных и ювелирных выставок в России и за рубежом, член Всемирного клуба петербуржцев с 2004 года. Произведения Фалькина имеются в коллекциях Государственного Эрмитажа, Государственного литературно-мемориального музея Анны Ахматовой, Дворца конгрессов Константиновского дворца в Санкт-Петербурге, Иркутского художественного музея имени Сукачева, а также в частных коллекциях России, Франции, США, Германии, Швеции и Латвии. Работы продавались на аукционах Колер в Цюрихе, Джексон в Нью-Йорке, Лаурицком в Стокгольме. Thank you.